Честное мнение. Павел, хотелось бы услышать ваше мнение как аналитика по поводу слов Владимира Зеленского во вчерашнем интервью российским журналистам. Я думаю, что... Не думаю, уже знаю и вижу по социальным сетям, как отреагировали многие белорусы. Многих из них, из моих знакомых, кольнуло это выражение о том, что, ну, белорусы сами все решили, значит, и Лукашенко их устраивает, и положение дел их устраивает. Как вы бы прокомментировали слова Зеленского? Ну, я предлагаю начать все-таки действительно с того, что он не очень конкретно, да, высказал свое мнение, и поэтому здесь остается такое довольно большое пространство для домыслов или для недопонимания. Я видел две противоположных реакции, что вроде бы как ничего страшного он не сказал, и наоборот, что это было абсолютно неуместно и некорректно. Я все же услышал в этой фразе вот тоже примерно, что вы вложили в свой вопрос про то, что белорусы вроде бы как свой выбор сделали, да, и нам не нам указывать им, что это не наше дело вообще, и Лукашенко — это проблема белорусов. Но вот какой-то такой у меня осталось впечатление от того, что Владимир Зеленский сказал. Если же говорить про анализ этого заявления, то, ну, здесь тоже очень важная вещь есть, да. Я считаю, что сам по себе вопрос — это... Но очень такой побочный и неважный продукт той дискуссии, которая сейчас должны формировать новостные сводки. То есть, в первую очередь, конечно, мы должны говорить о том, что происходит в Мариуполе, в Волновахе и во всех тех трагедиях, которые сейчас вот переживает украинский народ. Но если сконцентрироваться вот конкретно на этой фразе, да, и попробовать подумать, насколько все же Владимир Зеленский адекватно оценивает происходящее в Беларуси, то мне кажется, что не совсем уместно говорить о том, что выбор белорусами был сделан, просто потому что белорусы сделали свой выбор в 2020 году, и он не был, к сожалению, услышан. Из-за него белорусов до сих пор по-прежнему наказывают. А белорусы, выражающие поддержку украинцам в Беларуси сейчас, их арестовывают, да, они, да, подвергаются репрессиям. Мы слышали истории про учительницу с ленточкой в волосах, украинским флагом на митинге людей, которые выходили вот в день так называемого референдума, да, больше 1000 задержаний было. Людей задерживают за поддержку украинской армии в социальных сетях. Те организации, которые занимаются организацией доставки гуманитарной помощи, помощи украинской армии, они в Беларуси, как известно, признаны экстремистскими. Те организации, которые помогают отслеживать передвижение российских войск по территории Беларуси, которые потом впоследствии, да, бомбят Украину с территории Беларуси, они также признаны экстремистскими. Светлана Тихановская, которая публично, да, вот, которую, собственно, белорусы выбрали в 2020 году, которая публично осудила действия России и поддержала Украину, ее в Беларуси террористом считают, да, те люди, которые с точки зрения Владимира Зеленского, вот, которых якобы выбрали белорусы. Но на самом деле белорусы, мне кажется, свой выбор сделали, они его пытаются отстаивать, за что получают наказание. Поэтому мне кажется, что немножко несправедливо или немного некорректно преуменьшать вот эту степень беды, которую пережили белорусы, и которая точно так же, как и многие украинцы, ну вот, спасибо Украине за то, что она приютила десятки тысяч белорусов в Украине, которые были вынуждены тоже оттуда бежать. Да? И Владимир Зеленский в этом же интервью говорил о том, что жителям Украины многим сначала пришлось в 2014 году уехать немножко западнее, покинув временно оккупированные территории. Сейчас второй раз им приходится переезжать. Но это то, что, собственно говоря, многие белорусы, которые сбежали от преследования в Украину, вынуждены были переживать, вот, собственно говоря, с начала войны. Поэтому мне кажется, что как бы это общая беда, и нужно разделять все же, ну и понимать, что белорусов право выбора лишили, к сожалению. И то, что бомбы летят на голову украинцев, это и есть вот этот побочный продукт следствия того, что белорусы, к сожалению, свою власть не выбирают. Вам не показалось, что по голосу Владимир Зеленский был расстроен, говоря о Беларуси, о Лукашенко, вот звучали такие нотки разочарования? Как вы думаете, неужели Зеленский верил Лукашенко, неужели у него были какие-то позитивные предсказания или мысли насчет Лукашенко? Неужели он не думал, что Лукашенко его предаст?
Я думаю, что здесь на самом деле очень прагматичное решение, отношение и на согласие проводить переговоры в Беларуси. Изначально, как мы помним, Владимир Зеленский не хотел этого делать в Беларуси, так как Беларусь является частью вот этой агрессии против Украины, но потом все же согласился. Мне кажется, у него есть определенное разочарование от хода переговоров, он об этом, собственно говоря, прямым текстом и сказал, поэтому вот раунд, который начнется завтра, переговоров между Россией и Украиной, он будет перенесен в Турцию. Я думаю, что объяснение этому, оно действительно очень легко находится, в том числе и словам Владимира Зеленского, он, конечно, хотел бы избежать ситуации, в которой белорусская армия пойдет воевать против Украины. Я думаю, что это, ну, как бы, здесь наши интересы вот Беларуси как общества, Беларуси как государства совпадают с его желанием, и он, наверное, не хотел бы провоцировать лишний раз вот тем самым, как бы, враждебными с точки зрения Александра Лукашенко заявлениями в ее адрес, вот такой ход развития событий. Но это тоже время не отменяет того, что я до этого говорил. Мне кажется, здесь чуть-чуть больше эмпатии по отношению к тем белорусам, которых все-таки большинство, которые действительно симпатизируют Украине, стараются с ней сражаться, за нее сражаться, да, и которые за это еще получают преследование в свой адрес. Вот мне кажется, здесь нужно как бы более отчетливо аргументировать. Тем более с учетом того, что риторика Владимира Зеленского по отношению к западным странам, он просит и обращает внимание на то, что Владимир Путин может не остановиться в Украине, да? Он может и, возможно, желает двигаться дальше, и что война, которая сейчас происходит в Украине, она может застать и европейские страны, что это, в принципе, война, это не война у России и Украины, это война вот демократии против автократии. И мне кажется, что эта война, она началась, собственно говоря, в Беларуси. Просто что она велась другими методами, ее стоимость была, цена, количество жизней, она была, конечно, гораздо меньше. Но вот все эти процессы, они начинались, ну, если уже там последние годы брать, да, то они конечно, начались в Беларуси. Вот вы уже затронули в своем ответе тему следующего раунда переговоров. Как вам кажется, о чем там может пойти речь, чего еще будут добиваться стороны? Ну, помимо того, что, естественно, украинская сторона будет всячески добиваться остановки военных действий, остановки огня и вывода войск, насколько это возможно. Владимир Зеленский как раз в своем интервью, он довольно подробно об этом рассказывал, да, что не обсуждается ни денацификация, ни демилитаризация. Как это Россия, изначально было отметено, да. Да, 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 что оно не обсуждалось в Минске. Статус русского языка, он требует зеркального отношения к украинскому языку, вот к тому, который россияне хотели бы видеть в Украине, что тоже, в принципе, мне кажется, довольно логично. Если же говорить про ведение боевых действий, то это главная суть, и мне кажется, камень преткновения лежит в том, что россияне хотели бы получить гарантии какие-то или, скажем так, юридически обязывающие документы до того, как они выведут войска или даже приостановят военные действия. Для Украины это совершенно неприемлемо. И вот заявления Владимира Зеленского, они отчетливо показывают, в чем же, собственно говоря, и кроется основная проблема. Да, в порядке шагов. Это, кстати говоря, и в имплементации Минских соглашений было таким краеугольным камнем, который не позволил их действительно вот реализовать. И сейчас на переговорах позиции стран настолько различаются, даже, ну, как бы, вот базовые, да, какие-то фундаментальные установки настолько различны, что мне кажется, какой-то успех, но в ближайшее время, если ни одна из сторон не согласится пойти на принципиальные уступки, то успех какой-то мы можем увидеть только в вопросах обмена пленными, организации гуманитарных коридоров, то, что, собственно говоря, и происходит в прежние годы. Я очень сильно сомневаюсь, что Владимира Путина устроит обещание провести референдум с неизвестно каким результатом, для того, чтобы он забрал... Поменять конституцию в течение года. Да, да, да. Ну, а Владимира Зеленского вряд ли устроит продолжение войны, и он... Ну, опять же, Владимир Зеленский, мы же должны понимать, что это не тот человек, который может росчерком пера все что-то решить, да, потому что украинский народ сейчас как раз демонстрирует, что он является главным субъектом принятия решений в стране. И если вдруг Владимир Зеленский попробует пойти против интересов национальных страны, как понимают эти национальные интересы граждане,
то на место Владимира Зеленского может появиться другой человек, да, и они выскажут очень четко, да, свое отношение к этим событиям. Поэтому, я думаю, президент Украины, прекрасно это понимая, он не будет идти на шаги, которые украинским обществом могут быть расценены как предательство. Угу. Ну и на всякий случай, Павел, хочу вас спросить еще, вот какая информация появилась, сообщают турецкие СМИ, что Армения передала Российской Федерации 4 военных самолета вместе с пилотами для использования против Украины. Могли бы как-то это прокомментировать? Что, чего ожидать? Сложно комментировать, просто ну, не видел, не встречал эту информацию еще до этого, поэтому такое будет спекулятивное, наверное, да, если пробовать на это рассуждать. Я могу только сказать, что после войны, которую мы видели там за Нагорный Карабах или Арцах в 2020 году, это зависимость Армении, военная и военно-политическая, от руководства России очень сильно углубилась, и Армения, конечно, превращается, вот если в рейтинге условной поставе, да, зависимых от России стран, то она, наверное, прочно бы заняла второе место после Беларуси. Поэтому я вполне могу представить, да, что на такие шаги Россия армянские власти подталкивала бы. Насколько это отвечает действительности, нет, я думаю, здесь все-таки нужно подождать. Вот. И мы видели в Армении, видели митинги как в поддержку Украины, так и в поддержку России. Там довольно, мне кажется, такое прочные симпатии пророссийские тоже есть среди общества. Спасибо большое за ваше мнение. С нами на связи был аналитик Павел Слюнькин. Спасибо, Павел. Спасибо вам. Озвучиваем. Уважаем. Отстаиваем. Слушаем. Приветствуем. Честное мнение.